московской улице появилась новая детская площадка. Теперь местная детвора сможет почувствовать себя здесь как в волшебном лесу. Многие игровые элементы выполнены в зеленом цвете, а на их верхушках установлены маленькие деревца. Также есть и волшебная избушка для Бабы-Яги. То есть мы видим мафы, которые здесь представлены, они в той или иной степени, имитируют этот лесок. Здесь другое несколько ограждение, гораздо более такое современное, и больше цветность у резинового покрытия. Плюс отдельно мафа, которая используется, это скамейки, урны тоже, они несколько отличны от наших общегородских. Также здесь появились уникальные для нашего городского округа игровые элементы. Например, такая круглая карусель на данный момент единственная в Химках. Игровая зона стала заметно больше, на что сразу обратили внимание местные жители. Я просто выросла в этом дворе, и... наверное, для мам и маленьких детей это нормально. Я думаю, дети всегда радуются каким-то новым постройкам. Площадка была установлена по инициативе жителей по губернаторской программе «Наше Подмосковье». Всего в Химках установлено 7 таких игровых зон. Срок сдачи проекта был намечен на 1 октября, но подрядчик справился с поставленной задачей гораздо раньше.